Смотрите, они дифференцируют, с чего начиналась война. Захвата Киева и покорение всей Украины. Да? Потом, когда Киев не удалось захватить, они сказали, ладно, возвращаемся на Донбасс, но вот попробуем еще пройти вдоль побережья аж до Молдовы. Не получилось. Опять вернулись на Донбасс и главным сделали там Донецкую и Луганскую область. Сейчас все свелось к захвату трех городов. И они понимают, что ну, в Генштабе, видно, есть здравомыслящие офицеры в российском, которые понимают, что сейчас надо ограничиться, отложить Славянск и Краматорск, потому что это большая агломерация, это будет примерно то же, что Северодонецк и Лисичанск. Вот. А может быть даже и хуже, потому что мы с каждым днем наращиваем там оборону. И они дифференцировали задачи, и на первое место вывели Бахмут и Сиверск. Но Краматорск и Славянск, они просто отошли на второй план.